Ламберс, короче, немного все испортил. Нет, похуй. Слегка, слегка попортил. А ты умеешь ставить минки в одну, все в одну? Нет, нет, не такой минер. Оп. Ладно, оп. И с макетски обязательно. И с макетски. Если внизу не трепла, мы... Короче, чтоб все в одну, what the fuck, я не знаю, знаешь ты или нет, опозорю сейчас или нет, короче, ты в этот, с шифтом все. А, нет, подожди, это не в одну, или в одну. Уже бежит кэшки давать, варт отнул. Это похоже на саппорт. Так вот, там, короче, выделяешь минки, выделяешь текиса, и минку на иконку ставишь. В гру... Дред, покажись тут, и ты в топ идешь. Конфи, играем. Я в топ иду? Я не думаю, что они запарят. Корону заберем. А если они пойдут запарят на изи, то терпи. Не, я, блядь, я буду терпеть, как тигр не очень подходит, да? Ладно, буду просто терпеть. Запарем идут. Так а чё, он, все, он затикел, блядь, пошел в пизду теперь. Легко мы его взяли, Андрей, легко мы его. Тред, тебе в топ. Чувствую, тебе в топ надо. Ну, ладно. Ну, просто зомбарь. Удачи. Ну, если они в трипле, в топе... Хотя там зомбарь Зевс и Вингарджагер, мне кажется, снизу будет. Хотя, ладно, Текис, он снизу балуется, пускай стоит. Я побегаю, парни. Ну, сами понимаете, я найду себя на карте. Роминг, Валк, это нужно знать. Известный гражданин. Ну, у меня 35... Не заплачь, слышишь, ты сейчас так стоишь. У меня 305 мувспида, это больше, чем среднестатистического человека. Ну, игрока, героя в доту, соответственно. А, Бристол с нами в скайпе? Конечно. Все. Сейчас на мид зайдем. Отлично. Отлично. Пойду тебе стакну. Да, давай. Блять, алоха, Дэнс еще и с ботинком, ребят. Легкая вообще линия. Слушай, Нэс, а может ты наверх придешь? Мы с тобой будем разматывать их. Мы туда и собираемся, сейчас нам нужен крип. А мы сейчас зафармим, да, с алохом дабл, вот эта вся история, и тут туда-сюда. Понятно. Зафармим, подойдем. Сейчас, блядь, я сейчас нажму нахуй. Алоха, я сейчас, блядь, нажму на кнопку. Пул есть, я пулю, ты фарми, потом берем крипа, идем в мид. Такой вот план. Оп. Размен. Пошли разменчики уже, стандартные. Ну, там Лейн пушится. Плохой пул. Не, ну слушай, я сейчас беру, надеюсь, крипа нормального, я надеюсь. Блять, он еще их отвел всех. Все два самохариснуса еще, то типа. Продавал полный. Нет, я руну не забираю. Тут нормальный крип. Можем взять и пойти. Будем? Ну, я в говне. Будем брать и идти или будем фармить дальше? Предлагаю брать и идти. Здесь собрал иллюзию, возьми сработал. ТФБ там сделал. Давай возьмем и пойдем. Не, нам нужно идти помогать Бристолу, да, вот. 100%. Давай возьмем вот этого парня. Давай. Юзай. Погнали вам под. Я на сапоге второго уровня. Вот так вот, наверное, побежим. Да, наверное. Ногу есть, я думаю, под тауэр дайвим, все. Ну да. Да чё за говно? Чё, го? Чё, можешь гукать. Всё. Наш пацак. Куру-куру. Понятно все. Ой, хорошо. Ой-ой. Хорошо, Волка. Что он... Ботл не выложил на землю. Так, слушай, пошем тавр сходу, не? Если давай. Он прилетит, мы его просто по кругу пустим. Вот я тебе танка дам. А, у тебя есть, да? У меня ебут на взят. Ебут? Но мы тавр ебем на медиаторе. Сможешь апнуть? Да. Апнуть сможем. Ты апнешь? Да. Тогда я буду при артах, при бабках. Так, тут скрин. Да, уйдем? Пожалуй, уйдем, наверное. Или уйдем. Или могли его забить.
Ладно, пойдем еще крипа возьмем в лесу. Ай, можешь мне торопиться, пускай типа. Я бы принес еще смог с ботинком, если есть такая возможность. Давай информанем вот это. Руками. Или что ты хочешь? Я хочу. Ну я вот тут заформлю. Там тоже до стак. Я, короче, все леса настакаю, типа что. Меня ебут опять, повторно, блять. Андрей. Что ж такое? Ебут. Это походу. Король идет. Короче, да, вы, блядь, мне обещали, что вы придете, вы нихуя не приходите. Давай, мне это давай, очень сильно не нравится, блядь. Сори. Партись, Нестор Духа. Партись. Зевс Руна сейчас забираем. Куда он, блядь? Беги вниз. Только давай вниз выйдем, убьем Зевса, потому что он будет напрягать. Волка-то. Давай. А, там еще и этот. Ой, походу тебе в леса лучше идти. Не, мы можем прийти убить просто всех. Попробуем. Я на самом деле на мид бы еще раз зашел. И тавр можем забрать. Тавр на миде нормально будет забрать. У нас будет спейс. Ну да, он там каленый. Ну пойдем, давай я смок нажму еще. Смокуй. Давай вот с этой стороны зайдем. Я их убил за тебя. А, блин, они снизу попадают на Андрея. Пойдем за ней спасать его. Не сделаю. Тогда пойдем на них. Ничего не сделает, говтоп. Ой, во, ничего не сделает, ребят. Понял. Хуй его знает, блядь. Как можно убить, блядь, Зевсом, нахуй, с Сандайном? Они я полезли по тавру и убили. Летит, 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 Фёдор, слышишь? Отменяет, нет, не отменяет. Блин, толстан уже. Эсэп, бегу. Да, да, эсэп. Ничего не могу. Он крутилку помаксит. Сорян. Там я еще с инвизом, я еще с инвизом, можем всех разъебать. Ну там давай, я пока бегаю. Зомби вообще без маны, без тампы, без маны. Типа Бристол их карает. Блин, мой фейл, если честно, я мог спить до хекси. Я убежал от них, слушай. Лёха, в топе мы убьем? Будет сеточка еще. Да, все, я пошел на пул. Крип, погиб. Я суперконтролер. Контролер 666. Блин, я что-то так на Леоне давно не играл, что я типа тупанул жестко. Он протонулся, я его не восстандал, бы если его не отменил, мог хекс дать. Я пулю внизу дред. Если хочешь, можешь вместе все фармануть. Да я в лес, в принципе, стаков много, я не знаю, как ты будешь там фармить. Урса, работай, урса. Чисто, блин, удивительно, он ни разу в урсу не это. Кстати, урса можешь потанчить. Вот так. Я такой пуллер. Ну, давай фарми тогда, чё. Я пойду на низу эксплою чалить. Там стаки. Я могу к тебе подойти, помочь пофармить их. Да не, мы сейчас их точно не зафармим. Там двойные везде в основном. А, двойные можно. Проверим. А, так это нормальная тема. Ой-ой-ой. Я что-то внизу. Рили, ой-ой-ой. Я очень чувствую после вот такого вот заявления. Я на мид, наверное, ураган запущу. Я пока других крипов нет. Тут одна мина, да? Ждуха, можешь под тавром фармить. Я пока в лесу. Все, понял. Мисс. Ага, на меня напали внизу. И уничтожили просто. Такие морды не втыкнул. Ребен и раздят. Короче, покупай конфеты, потому что это просто пиздец, короче. Чувак дал мне дикей, пешка, я умер. Топи таур падает, жму гриф на динайбу. И ТП дам. Будет кто-то в топе на помощь? Не знаю, я не буду, но у меня есть ульт. Если что, подлечу. Нажал хекс. Что-то это к таксипеде. Больно. Надо под Бресла, мне кажется, играть. У него все хорошо, он жирный. Все верно, ты говоришь. Можем играть под Бресла. Хочешь дальше, если ульт будет. Басвап, пинга. Даю стан.
Хикса нет, хикса нет. Но будет. Я с альфа хикс дам. А я бы твою мать. Бля, того не добили, сука. На стиках пацик. Под тамбом. Не варик. Да, под тамбом так себе. Я пью. Пилю томб, но типа он что-то не пилится. Пилится, пилится. У меня нет маны вообще. Никакой маны. Собаки нападают. Опа. 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 Давай фласочку, блядь, сюда. Так, это вот проблема. Или нет? Там ага. Разметка, еще об одном. Эх, ты куда я, черт, брат? Просто на ново учу. Приходите, короче, вниз. На зевса. Он сейчас будет меня пытаться разминать. Ой. Ой-ой-ой. Я хочу пососать. Ты что ты хочешь, блядь? У тебя нету нихуя, блядь. У него есть. У него нет. Блин, у него 7-1. Так, все, вижу в миде пацков. Я стакну, наверное, не сука, и вниз бы эту вард поставлю. И руну не сможет быть, это наш мунг, скорее всего, сдох. Блять, а дельга еще здесь с макета. Вы заебали, ебаный стыд. О, волчара. Лучший герой в доте, помнишь, Андрей, ты нанял? Я, блядь, нафармлю и выебу их еще. Просто они меня заебали, просто, блядь. Сначала я стою, нахуй, наверху ебучим, где, блядь, пообещали, сука, прийти помогать, блядь. Сосал, стоял хуй там. Потом пришел вниз сосать хуй. Честно, я не обещал ничего тебе. А если обещал, это как-то наебал тебя, видимо. Блин, он вард нашел. Мы можем наказать его за вард, на самом деле. Да, пускай англишки тратятся, ебучие. Пойдет разбивать я его. Сзади, сзади много людей. Даю стан по этим. Хекс дам. А, он на хосте, да? Там еще хекс. Ты его на самом деле догоняешь. Он нормально. СФ, СФ. Ой, грызь. Ой, хорош. Камбрыкнулся в игру. Ой-ой-ой. Че, плохо мы в топе убить не можем? Типа я... С тардухой вообще юзелес. И в топе убить не могу. Покупаю смог. Ты, а че нынче 4 крипов можешь взять, да? Может. Ща поедем. Хотите нижний тавр поджать, смотри? Уже жжу. Да, зомбарик придет. Зомбарик придет. Мы его зажмем. Сейчас он придет. Здесь без ульта, во всяком случае, подраться. О, у него медас. Ах он, сука! Я бегу на мид. Там, скорее куда? Всего, SF. Я если ульта будет, я дам тебе ульту, если хочешь. Да. SF сверху заходит. У Венгана ебало тебя, сука. Да. Иду на помощь. Даже вот так вот сделаю и на топ пойду. Хорош. Блять, а я на топ бегу. И что делать будем с маке? Может тут кого-то убьем? СФ-чка. Я приду, блин, если придете, если хотите. У меня есть мека. Куцный. Походу он тут не фармит. Я хочу пойти их лес минировать. Ну давай. В мид можем попробовать выйти. СФ, правда, с вингой может прийти, забарим. Я хочу, короче, убить кого-то, потому что мне нужен шестой. Я типа уже пушу, ого, ага. Ой-ой-ой, нет, нет. Нихера себе, выебанный раздет. Короче, я охуительный артефакт собрал, ребят. Все, убегают, кто не убегает. Тут подстанил, но это лишнее. Отбегаю, я собираю, там что-то их 5 почему-то. Давай на видно забайчу, вот тут вот, Лёха. Что-то он нас видит тут, нет? Знаком ли вам, ребят, волк с фейзами? Известный, известный гражданин. Там минут никого не бьют, они их 2 штуки все. Тебе бы ульт. Мне бы ульт. Джаггер идет. Лиса. Может на меня. Андрюха. Бля, знаменитый волк с фейзами. Ай, блядь, что за игра нахуй? У меня такая жопа сейчас, блядь, размером с дом нахуй, пиздец. Горящий дом.
ёбаные фейзы еще, блядь, купились, сука. А ты случайно купил? Да конечно случайно, блядь. Так если так подумать, то смотри, он как бы нормально, его никто не влочит на фейзах. Никто не влочит. Реально бодро. Еще и дэмэджа не мерено. С руки-то. Так-то да. Короче, парни, я реально пошел спейс креатить, потому что ну его нахуй. Понял. Да. Они Рошана убивают, наверное, да? Я пойду Урсу прочекать. Я потом... да, волком пойду посмотрю. Не знаю. Да. Да, убили. Слушайте, ну я не просто так же мягко пугал, может мы типа как-то, как эти... Как свинёрчик. Как стадо, ну да, согласен. Нахуя просто, я... блядь, опять это ёбаное стадо идет нахуй на волка. Давай под Брисла будем играть, он жирный, он их всех убьет, мне кажется. Давай. Еще минутка, и он побеждает. Я Рону могу тут вот оставить, если надо. А мне шестой нужен, и все, я готов. У меня есть ТП на низ, а на Таур, мне тоже все. Опа! На миде, на миде. Дал ТП на Зевса. Понятно. Я тебя тэпнул, но походу нас наебали. Смотрите, какой джагер здесь прикольный. Бля, там куча крипов на тебя идут. Да-да-да. Да, копнул, но это такое, блять, пиздец неприятно. Бля, они как стадо в натуре какое-то. Да, взорвать, взорвать. Она одна мина. Да, это мало. И тут две мины. Все, я больше не хожу, под Брисла только пойду. И они ушли, смотри как. Лучше. Зомбари пилит и убивает их, и вообще, типа, нереально. Я с ультом и предлагаю Джугера убить. Кого ты Джугер? Я волки подставляют, я просто его инвиз спрячу. Ну да, я не могу бить вообще никак. Сука. Кстати говоря, это же дерьмо надо сделать, чтобы была кнопка спрятать в инвизе, типа, игра. Ну да. Погнали на Нестаур, Брислон. Погнали. Сейчас я возьму пару крипов тогда. Надобно. Ликан может десапов, ну хотя лучше с нами идти, он там может киллов сделать и может тауров забрать. Ну, мне кажется. Фейзит-то есть уже. А Ликан любит киллы на самом деле. Ух, как бы. Тут джаггер фармит гет. Все, не фармит, понял. Иду на джаггера. За Эгиса, да? Ну нет ульта. За Эгиса. Попробуй хек, кстати. Там в этого вот. Блин, у меня мана на хекс нет. Они его убьют, там хилит вард. Нужна подмога, парни. Под крэп? Играют все. Ой-ой-ой. Я убил джаггера. У меня еще мека есть, подойдите, если я могу. А кто видел, я ВСФ хекс дал или не дал? Кто не видел? Просто хекс дал, пошел. Но СФ, по-моему, это так и не хексанул. Наебало. Все. Ебать, ты подзаработал. Чего не ставр? Закончилось их веселье на этом моменте. Так все бодро было и тут. Бах вот это. Да, вообще у нас же Тетчис в игре присутствует. Зря мы его. Да это кому начало было, пиздец. Да, мы что-то немного. Ну, мид стагангали неплохо, но потом что-то. Зря фармить начали. Сразу зря фармить начали. Короче, мы фармил. А дальше вы не обязательно идти на самом деле, парни. Согласен. Просто лучше идти, чтобы хотя бы мины сзади были. Если у нас будет. Ну с этим кентавром, блять. Чему он? Типа, как... кто пит стоит? Выбирается во что-то. Да, там идет, блять. Не знаю. Чё за сатир? Сатиры какие-то бегают. Ой, сатир. А, это мой маленький, слышал, не сдох, что ли, лол. Я им могу джаггернаута замедлять в крутилке. Топовый сатир. Он на юлах. Обмазал маны тебя, Андрей. Найс. Давай эндшит в постаку. Ай, ну не надо, задача хэн, ну что? Туда. Давайте подеремся. Или нет? Не знаю, не знаю. Кан уже бежит, вижу, как он хочет драться. Они, да, я... они в смачке были здесь, на мид бежали. На СФ. Гайс, у него Аегис и... Ничего не даю. А все уже получилось.
у вас. Хекслам, хекслам. Его свапнет, правда. Сзади приезжают. Это по стандал. Ой, как это больно, блядь. Да, это все неприятно. Да, хуй та идея. Да, мне это ничего. Короче, я не буду брать всякое говно, но я куплю брейсеров и жиры, я так понял. А тагер тут толку немного будет все равно. Геманты там тебя. Гем на винке. Ой, была неманка. Была ошибка. ТП на мид открыл, нажал хекс на СФА. Так, хвай, блядь. Твоих станю. Троих станю. Четырех станю, блядь. Да-да, сейчас ты убежишь с гемом. Давай сзади заберем гем. О, а, гем. Что, я бы отдал кому-то его. Все, второй брось. Загер, ну, давай спрячем. Давай спрячем, пожалуйста. Гем спрячем? Да-да-да. Давай варды раздеварним, а потом спрячем. Куралит. Я тебе его мантиться даю. Давай спрячем на Рошане. Сам роли я. Ты лопаем, что ли? Спрячем на Рошане. 12 секунд. На вот этой штуке. Блин, так прямо хочется спрятать, то не спрятать, а ПТ-шку а продать. Курс Рьюс сделать там брасер чей-то летай. Не знаю, что. Ничто в стаке не делай, наебал. Курьер, курьер. Так я говорю, чей-то курьер с чьим-то брасером летает. Это мой, воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Брать. Валюйте. Давай я вардов возьму, я их сам поставлю. Помочь стаками? Не, нормально. Все. Под контролем посмотрим. Вот тут у них где-то есть вард, но я боюсь уже туда идти с геймом. Теряем. Не, страшно. Предлагаю опять идти с Бреслоном, типа бегу жирный. Вообще. Да. У нас тут великана трешка да, нарисовалась. Что ты фармишь? Да не край бери, джаггер ульт будешь хотя бы. Да не, есть. Ну их нахуй, это вообще юзлес. Не знаю, не знаю. Что-то там внизу весов пушует. Пушует, действительно. Нам бы в соле зайти хоть один вард поставить, но мне тоже как-то хочется. Пойдем вместе, реально, ну типа с Бреслом. Потому что мне охота гем терять. Пойдем. Ну, там все стало. Пойдем. Я, короче, пошел. Там... Я чуть-чуть Бреслов покачаю, потом доберу хекс и моноберни буду максить. Ну что там повезло? Ну они вообще в самом лесу, он джаггер был в самом лесу. Нет. Ну, СФ тут был, значит, это все-таки есть какой-то вижен. Шо. Шо, нижние тавры можем, Брисан? Ну, давай, СФ да. В их лесу. Давай, давай, пойдем вниз. Вардов нет. Тут еще один товарищ был. Еще палец будет. Вот они дальше пушить топ идут нагло почему-то. Давай, ты прислась. Блин, надо дефить, они быстрее заберут. Это понятно. Я прислал ДП отдам. Я не показываюсь на карте, чтобы они боялись хотя бы что-то, что там может Мегалеон застанет всех четверых. Ну, НС, тебе надо пушить. Я прям занялся чуть-чуть вартом. Залип в вард, сори. Как профессионал говорю. А шо, чтоб не окружать профессионалы? Реально. Ты джугер. О, я глиф там нажму. Соответственно, джугера нет сверху, можете понять. Давай делаю ТП, и мне кажется, Бристол делает ТП на них. Ага, я сделал ТП-аут, они на вас напали. СФ делает ТП-аут, я, возможно, его забью. Я ТП-аю, Бристол, он уйдет. Я ТП-аут, Зевсу ТП сбил, есть на помощь? Зевсу. СФ. Ай, гем заберет, Лёха. Тагер сбил, не сбил его. Нахер, значит, зачем ты его взял? Ну, он без даггера, без даггера. Слушай, смотри, ну тут неожиданное нападение, а у него нет ТП, и он умер. Без ТП, гем вернулся к нам, Сашка. Так, я на фейзах на экспу. Ах, не успел немного. Ах, гем-то забери. О, ах, нет вардов, я его в куру положу и на базу. Какие-то. Ну я ему сбил ТП, короче. И он побежал на меня, понял, что у нас ни у кого ТП нет. А если бы плюсик был, мы бы его разорвали. Ну, там не получалось. С чепочки. Брестлота просто был не варик.
Все, понял. Короче, ну я кем на базе остался? Да, дагер, конечно, не нужен. Давай смоканемся, побежим. У нас есть смок? Или наверх. Есть смок? Давай, я хотел бы каких-нибудь скрипов взять. Оп. Оп, хороший скрип. Мне парень. Еще маленького кентаврика можно. Отжал у меня. Ну, можем смочиться и идти, чё, куда хотите. Пойдем в их лес, я варды поставлю. Давай, 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 давай. Хотя, блин, снизу здесь появился. Давай на миди зайдем. Давай зайдем. Бля, у нас чудо в лес. Пристал. Ну я не знаю, что у нас тут много, не пойдут. Я бегу на Зеса вниз. Нет, я вылез. Джаггер сверху. С плечиком. Да, смог что-то у нас как-то не особо, да, не знаю. Давай нарочно зайдем. Джаггер, с БФчиком, да, с БФчиком. Слушай, они что-то хотят от меня. Я иду помогать тогда. Я тоже иду. Так, так. Слушай, провязали-то немного, да? Я на зомби пойду. Вот зомби. Долхекс, долхекс. О, здорово. Даже бить не буду, давай. Ага. О, всех нахуй забрать здесь. Дальше, дальше. Зомбарь там поставил. Топ убить, мешается. Иду на... Вот где-то здесь, да. Все, забрали. Че, давай Рошана заберем. Без форстав, хуёвая. Че, мид зайдем? Бля, этот мой крип. Пойдем, Рошан. Мне кажется, если Аегис возьмет Бристол. Хотя. Хотя да, лучше Бристол в любом случае. Конечно, он их. Рано или поздно его смогут убить. Ну а так он просто на них пойдет, а мы будем бить с ликаном, да? В барак. Че ульта? Взрываем, Леха. Два удара. Понял, ладно. Ох, ебаный. Гоумит. На кулаках его могут пить. Гоумит. Ой, иду на Зевса. Снизу, правда, бабок много. Я снизу отправил этих самых. Отправил отряд, отряд. А, погоди, я ж теперь могу отправлять тоже отряд. Да, ты должен. Я ни на чене, блядь, не играл ни разу, так полтора года. А и вообще в доту ни разу не играл полтора года. Че, подходи на мид, нас уже разминают. Все, я бегу, бегу. Есть у меня все мекки, хуеки. Тек сдал. Будем? Нет, такое. Фингер еще есть. Там я вам ульт дам, друзья, на тебя. Я тебя похилю. А у меня еще мека пойдет, блядь, сейчас. У нас лайны подпушиваются, хотя джаггера нет, еще пару тычек максимум можно сделать. Но мы не добьем все равно, я ухожу отсюда. Аркан, аркан. Дам, дам. Может Ликану уйти, а мы тут можем вчетвером остаться. Да, я пошел. Подпушит топ, потом на топ сместимся, как варик. Мне кажется, они все равно на приста под Аегисом не нападут. Давай похилю еще. Все, их типа ураган задувает. Пиздец. А что тут надо было топ, мне кажется. Пушит нет. Да хуй его знает, там джаггер постоянно тусуется. Его пушит, а вот джаггер. Пушит. Ой, иду на джаггера. Нажал хекс, просто как профессионал, просто нажал хекс. Бля, что знает, крипов фармлю. Слушай, их там ураган чуть не убил всех, смотри, как больно. Они в курсе, что тут варды, они резевсом, типа. Давай тут постоим, постоим тут, и просто потом пойдем на низ, когда ликан подойдет. Ну, да, понял, ураган, все, счастье, да. Они боятся, ты вардить. Блин, понятное дело, у тебя же форстар. Я бы тоже боялся. Да нет, это вообще имба этот форстап на самом деле. Все, законтрили тебя. Нам нужно низ тавр забрать пока. А, уже забрал. Иди, ман, подолью. Выкинешь что-нибудь, что? Все? Я думал, ты еще что-нибудь выкинешь. Свап отбежал, нет? Ну там Аегис еще, так-то. Последний. Я мид буду подъедать. Давай. Но они на тебя нападут, точно не на нас. У нас будет стоять и спамить. Иду на джаггера, попробуй дать хекс. Ну, мы можем ебал сломать. Блять, он бежит в лес куда-то. Я обхожу его. Попробуем? Сейчас, подожди. Ой-ой-ой, там что-то, короче.
странно. Нет, смотри, этих вот ураган палит, да, их там нет, так что, в принципе. Я не хочу туда бежать, там стопудово есть вижен, и я типа... Я придумал, на самом деле, реально хорошую идею. А я их тут сбоку жду, может быть, СФ какой-нибудь поймаю. Бег, походу. Смотрите, смотрите. Иду я уебал отсюда. СФ, пацаны. Пульчик. Опа. Даггераус сделает. Джаггер вот там. Тэпнот тяжет. Давай выпарти, пускай он по топе пойдет. И мы тэп 2 забираем в топе, пока Икс есть. Так, руна ускорения имеется. Жду, короче, Джаггер тут. Док придет. Но они где-то тут... А, нет, этих вот тут где-то вижу, по-моему, есть. А где он? Я убил. Джаггер нашел. Я иду у него. Ой, блядь, пиздец, я тайминговый. Слушай, ну, я не знаю. Да вызвай, нету, пойдем, боже. Ой, хорош. Джаггер даю. Добить. Вард. Ой, вард. Мы томб. С томбой деремся, Андрей, пока не можем. Давайте, давайте. Дожидаем ее, победили. Это ожидаемо было, что мы ее победим. Этот свап это было сейчас хорошо. Да, прям. Реально не дурно, не дурно, блядь. Прям мой фейл сразу как бы, ну забыл сразу. Ой, слушайте, я могу жаганин купить. Там большие брать бобро. Там стан. Побегу хекс на сифса давать, типа, дался. Все, это победка. Конечно, блядь, под таким минером. Как же вы ебошите? Легенькую сломаем еще? А, давай легенькую сломаем, что-то я уебую. Это совсем легкий. Бля, как же я сгорел, нахуй, это пиздец. Да тот ебись-то, блядь. По тайминг. Оп. И этому хекс. Оп. Этому сосать. Что? Нам пулечку надо разбить. Замедляй ее. Замедляй. Давай, мэтт. Дайте сосать ему сделал. Сейчас у меня все кончилось. Джаггер где-то в спине! Джаггер в спине! Он хочет нас! Я тебе дам. Капнул даже, капнул, 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 дай капнуть! Блин, за мной смотрите, скрин гоняется. Надо меня прогнать. Ой-ой-ой, кажется, я умер. От вас отошел. Останется, останется, останется. Как много ГГ, блять. Очень хорошая игра, судя по всему. Показать. Все, я победил, ребята. Я реально чисто себя победителем в этой игре. Идет легкий вообще. Ой, блядь. Ну, смотрите, фэнтези поинт.